Приветствуем посетителей сайта shoprus.com. Это видеообзор на Бабу-Ягу, которая сделана в частной мастерской в Подмосковье. Баба-Яга текстильная, мягко-набивная. Она очень легкая, пластичная. Ее можно посадить, ее можно куда-то прислонить к стеночке, повесить на шкаф, потому что у нее сзади имеется веревочка. Обратите внимание на детали, что у нее есть. Во-первых, хорошо сшиты ножки, юбочки. На ногах лапти, плетеные лапти с бантиком. У нее также есть сумочка с волшебными травами, мухомор. И маленькая деревянная прищепочка, которую вот можно снимать. Имеется также, как всегда, помело. И яркая, красивая одежка, шубка. Эта авторская работа была сделана в единственном экземпляре. Уникальный подарок для тех, кто коллекционирует интересные игрушки.